Привет! Сегодня для тренировки. Нам будет нужен барабан. Мы с Мартой будем играть на пандейру, потому что у нас есть пандейру. Отлично звучат пластмассовые ведра и пластмассовые цветочные горшки. Ну, вот типа таких. Ну, в целом подойдет все что угодно. Кастрюля, тазик, вообще все что угодно. Дальше. Нам нужно будет все, что мы обычно используем на полосе препятствий. Что-то на чем кувыркаться. Ну, и в целом все. Так что находи барабан, подготавливай пространство для тренировки, жми на паузу и встречаемся на тренировке. Ола. Кому пай? Ком саучи? Отлично. Готова к тренировке? Да, я знаю. Ты тут уже целый час тренировалась и делала крутые кульбиты. Хорошо, мы начнем с музыкального занятия. Первое задание. Нужно будет топать вместе с пандейрой. То есть, чтобы это было так. Первый ритм будет слом. Отлично. Носорог. Послушай, как будет бегать олень. Я не знаю, почему это называется олень. Возможно, у него одна нога чем-то занята. А теперь быстрый гепард. И слон. Носорог. Олень. Держи пандосик. А теперь вместо ног у нас будут руки. Слон. Носорог. И гепард. Хорошо. Огонь. Запоминаем словами. Один раз я, потом вместе. Ту-тум-па-тум, ту-тум-па-тум, ту-тум-па-тум-па-тум-па-тум. Вместе? Го, три, четыре. Ту-тум-па-тум, ту-тум-па-тум, ту-тум-па-тум-па-тум-па-тум. Еще. Ту-тум-па-тум, ту-тум-па-тум, ту-тум-па-тум-па-тум-па-тум. Ту-тум-па-тум, ту-тум-па-тум, ту-тум-па-тум-па-тум-па-тум. Ту-тум-па-тум, ту-тум-па-тум, ту-тум-па-тум-па-тум-па-тум. Хорошо. Жми на паузу. А теперь немножко музыкальной магии. У каждой песни есть свой пульс, свой ритм.
Как у нас есть наш пульс, сердце внутри бьется, так и у песни есть пульс, который делает ее живой. Давай найдем пульс у нашей песни «Шамай». Шамай, 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 Ангола, шамай, еще. Шамай, 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 Ангола, шамай. Ладошками пульс. Шамай, 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 Ангола, шамай. Вставай. Шамай, 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 Ангола, шамай. Последний. Шамай, 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 Ангола, шамай. Это настоящая музыкальная магия. А знаешь, почему это магия? Если ты научишься чувствовать ритм за сердце каждой песни, то ты сможешь каждую песню и танцевать, и спеть, и сыграть на барабане. Если сможешь найти сердце в песне. Угу. Можете попробовать взять свою любимую песню, капуристскую, не капуристскую, неважно, и попробовать найти в ней ритм. Угу. Опусти и забудь. Где укажет путь. Я знаю, что это твоя любимая песня. Хорошо. А теперь время заниматься спортом. Отлично. Первое задание. Тигры. Трансформы. Тигры-трансформеры – это когда мы используем животных. Тигры, пауки, шимпанзе. Капуэра-трансформеры – это когда мы двигаемся движениями капуэры. Кукурузня, горчила, роле, колесо, роле, макаку. Только движениями капуэры. Встречи, ой, ту нове. Дэйс. И назад. Ун, дэйс, дэйс. Кватро, синку, сейс. Встречи, ой, ту нове. Дэйс. Параллел. Пакет. Джинга. Пакет. Другая джинга. Джинга, джинга. Джинга, джинга. Джинга, джинга, эшкива. Джинга, джинга, эшкива. Воу! Джинга, 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 эшкива. Джинга, 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 эшкива. Класс! Хорошо. Голова на месте, попа по кругу. Чтобы узнать, что голова не шевелится, просто картинка в глазах не шевелится. А теперь наоборот. Попа на месте.
Большие круги, большие, 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 большие круги. Всего. Угу. Разминка из моего любимого мультика. Я люблю мультики про всяких волшебников, которые умеют стреляться магией. Набираем такой романгер, собираем. Собираем, 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 собираем. Угу. Тут близко магия закончилась, собираем дальше. Сзади тоже много магии. И последний раз собираем магию вообще далеко-далеко. Воу, сзади далеко, 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 далеко. Хорошо. Разминка ног, конечно же, с заморозкой. Ум, дес, трес. Кватру, синку, сейс. Сечи, ойту, нове. Ум, дес, трес. Кватру, синку, сейс. Сечи, ойту, нове. А теперь мы нужен, как кишара. Ум, дес, трес. Кватру, синку, сейс. Сечи, ойту, нове. Ласточка замерзла в воздухе. И другая нога. Ум, дес, трес. Кватру, синку, сейс. Сечи, ойту, нове. И ласточка замерзает в воздухе. Здесь. Отлично. Сейчас. Это игра. Почему фолз? Хорошо. Игра. Быстрая. Нет, джунгли. Такое крутое название. Ноги молнии. Во время джунгли. Угу. Смотри, ты делаешь джингу, когда я хлопаю, ты подпрыгиваешь и сразу снова делаешь джингу. Легко? Если легко, можно подпрыгнуть. Так, хлопаю ладошки. Угу. Если и это легко, можно подпрыгнуть. Я не знаю, как называется такое движение, можно придумать название. Так, я делаю джингу. Можно просто подпрыгнуть, можно подпрыгнуть с коленками, а можно подпрыгнуть еще так. И сразу джингу. Окей? Выбирай то, что тебе нравится. Джинга. Воу, круто! Коленки лежат на лодке.
Задание. Самое большое колесо в мире. Чтобы сделать самое большое колесо, нужно использовать секрет. Нужно, чтобы одна нога тащила вторую ногу, как будто бы на прицепе. Представь, что одна нога у тебя прилипла к полу. И не отлипает. Когда ты делаешь колесо, машешь ногой, куда твои мышцы тянутся, натянулись, и эта нога поднимется сама, ее как бы прицепом поднимет. Одна нога будет тянуть другую. И получится прям колесо шпагатик. Да. Можно делать быстрее, я просто делал медленно, чтобы... Просто колесо. Мастер, смотри. Варта. Сделай просто колесо. Ой, это очень сложное колесо. Давай простое колесо. Два. Три.
11 раз. Ничего себе. Тогда тебе самое чемпионское задание с мостиком. Короче, крутые мостики. Давай научим твой мостик ходить. Смотри. У тебя ходили ноги. Просто смотри. Теперь ходят руки. 3, 2, 1, поехали. О, да у тебя же мостик ходит весь. Хорошо. Сможешь дойти до меня? Это же ходячий мост. Да. Это вообще супер крутая штука. Отличная работа. Классно. Ну, это очень круто. Хорошо, чтобы спинка отдохнула, делаем назад-вперед. Большая курица. Можно на парашюте. Штука. Например, это может быть двойной удар и колесо. Или это может быть камбасу и макар. Угу. Или, например, и шада и колесо без рук. Возможно, что-то еще. Шага. Один удар. Одна акробатика. И шага. И теперь какое-нибудь акробатическое движение. Колесо или макаку. И шага. Колесо. Есть. У нас есть кишада колесо. Отлично. Теперь что-нибудь еще. Давай попробуем с двойным ударом. К нему приклеить какую-нибудь акробатику. Делай двойной удар. Угу. Хорошо. Двойной удар. Отлично, колесо. Круто. Двойной удар. И колесо. Хорошо. Раз,
два и три. Ничего себе. Ну и третий коронный. Чемпионский. Да. И раз, и два, и три. Супер! Отличная работа. Класс. Перевернутая бабушка. Дедушка. Бабушка. Хорошо, потянули животом в пол. И дворники. Дворники, 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 дворники. Самурай. Самурай ложится спать. Хорошо. Самурай просыпается. Самурай ковбой? Самурай ковбой! Хорошо. Самурай ковбой! Хорошо. Самурай канат. Самурай команда. Самурай ковбой. Пусть. Хорошо. Самурай ковбой. Пусть. Отличная работа. Супер. Говорят, что капитан Нумату снова вышел на охоту и ищет капуэристов. Пока играют пандейру, можно говорить все, что захочешь. Все, что знаешь в капуэре вообще. Но когда услышишь сигнал... Тогда капитан Нумату тебя найдет и отправит на плантации, который охраняет страшный волк. Больших компасов. Это когда полумесяц и хвост дракона. Чтобы капитан Думату убежал и больше не охотился на капуэристов, они делают самые крутые компасы. О,
полумесяц, хвост дракона. Сегодня выиграю. Нет. Лотос? Воу, какой классный лотос. Готов? Да. Раз, два, три, четыре. Соку, соку, бачи, бачи. Соку, соку, вира, ви. Соку, бачи, соку, вира. Соку, бачи, вира. Вторая скорость? Да. Раз, два, три, четыре. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Еще быстрее. Раз, два, три, четыре. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, соку, бачи, вира. Турбо. Раз, два, три, четыре. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку. Я запутался. Ты смогла сделать? Да. Победила. Полоса приветствия. Да. У тебя уже сил не осталось. Ты капитал Думату прогнал и комбинации с колесами, с ударами делала, и всех кис распугала. На полосу приветствия нету сил. Есть. Есть? Да, даже на волка. Да, даже на волка? Да. А волк? Ноги сильные? Да. И даже большую звезду сделать? Да. А покажи, какую большую звезду. Ого-го-го-гошеньки, ничего себе! Это же и сила, и гибкость, и равновесие. Это же супер крутое движение. Ничего себе, здорово. Хорошо, пресс сильный? Да. А сколько раз ты сможешь ногами коснуться до перекладины? Пять. Да ладно, пять это прям чемпионский. Да. Серьезно, пять раз? Да. А ну. Раз. Два. Три, четыре и пять. Воу, ничего себе. Я знаю, что ты легко можешь сделать это движение. И знаю, что у тебя сильная гибкая спина. Но мне просто очень нравится на это движение смотреть. Корзинка. Да, она очень красивая. Да, еще я его не умею делать. Потому что ты не умеешь делать вот так. Воу, как круто! Ничего себе! Теперь понятно, почему ты умеешь в мостике ходить. С такой гибкой, сильной спиной, конечно, можно ходить в мостике. Хорошо. Раз ты умеешь делать несколько вещей одновременно, а давай посмотрим, до скольки ты сможешь досчитать, если будешь стоять стойки на руках. Я смогу до 20. А ну? Воу, ничего себе, вот это да. Класс. Хорошо. Знаешь что? Мы сегодня тренировку уже сделали и полумесяцы, и двойные удары, и кишады, и компасы. Мы сделали все удары. Да. А это значит, что можно перейти на следующий уровень? Полумесяц, полумесяц. Сможешь так? Полумесяц. Да, и теперь с другой ногой, так, чтобы нога не коснулась пола.
Полумесяц, полумесяц. Оу, круто! Хорошо. Время покататься на серфинге. Да. По волнам. Давай на серфинг. Класс, как на море по волнам? Хорошо. Следующее задание — скакалка. Старшая группа с веревочной скакалкой. Мартина группа с обручем. Давай. Страшный блок. Брось. Руки на черное.
Голова красная. Кул любит. Ей! Я спасу тебя. Ого, круто! Класс! Два, три! Отличная работа! Ну что, время песенки? Да! Супер! Мы сегодня перейдем в шаме. Хорошо. Давай попробуем теперь сделать так. Подходи ближе. Один раз мы споем песенку под пандейру. Один раз мы будем искать ее пульс, ее сердце этой песни. И потом соединим, у нас получится прям вообще какой раз. Угу. Хорошо. Давай петь сразу вместе. Три, четыре. Шамаи, 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 Ангола, шамаи. Еще один раз. Шамаи, 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 Ангола, шамаи. Шамаи, шамаи, шамаи. Продолжай. Ангола, шамаи, шамаи. Продолжай по продолжай. Шамаи, Ангола, шамаи. И последний. Шамаи, 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 Ангола, шамаи. Веля, привет. Ум, дойс, трейс, капуэра! Смотри, да? Оп, дальше. Отлично. Эскерда. Оп. Кабельца. Оп. Хорошо. Отлично. И обнимашка? Я тоже хочу. И теперь с мамкой. То же самое. Возможно. Джерида. Эскерда. Кабельца. Чао. И обнимашка. Yeah.